Вас приветствует команда Донецкого национального технического университета. Мы так рады выступать на этой сцене, в этом теплом сцене. Илон, что же случилось? Мы в первый раз на этой сцене, и чтобы расположить зрителя к себе, шутку придумала. Сын кузнеца, кузнечик. Так, Илон, помолчи. Слышь, ты бы поаккуратней. У нее, между прочим, парень служит. Ха, и какое у него звание? Отец Ануфрий. Кать, да что ты к ней пристала? А ну перестань. А то что? А то расскажи ведущему Стасу, что он тебе нравится. Не расскажешь. Расскажи. Катя плюс Стасик, Катя плюс Стасик. Катя, ну ты и стерва. Вообще-то Стас нравится мне. Блин, она что, умерла? Да нет, жива вроде. Ребят, вообще-то у меня сегодня праздник. День рождения. Новый год. 8 марта. Пасха. Христос воскресе. Поистину, чувак. Так, стоп. У вас есть что-нибудь адекватное? Ну, конечно, объяви. В детстве каждый здоровался как-то оригинально. Итак, представьте, королева Великобритании в толпе встретила своего старого друга. Вообще нормальные. Слышь, ты чё такая дерзкая, а? Зинормар Димаха. Слышь, ты чё такая немецкая, а? Робиш на базе очарован. Слышь, ты чё такая польская, пше? А, ну мы не смогли найти польскую песню, но есть танчик. Так, прекратите этот балаган. У нас серьезное мероприятие. Межвузовский дебют первокурсника. Так, Ксюша, ты объявляешь, а мы показываем. Недавно ограбила директора МТС. 1-1 козлина. Один день из жизни телохранителя. Алло, да, я не могу сейчас говорить, я на работе. Меня уволили, говори, чего хотел. Недавно была в монастыре, гнала беса. Случай на дороге. Внученька, переведите долю через дорожку, пожалуйста. Да, конечно, дедушка. А пенсию врезали нам. Бабки врезали, что за жизнь пошла, не понимаю. Ну все, дедушка, я вас перевела, я пойду? Подожди, внученька, я ж дедуля непростой. Тиририн! А какой? Неблагодарный! Недавно была на балете. Пацики, фу такими быть. Каждый мужчина об этом задумывался. Итак, представьте себе экзамен по истерике. Иван Александрович, я точно сдам экзамен? Ну, ты же как-то баба родилась. Итак, первая ситуация. Да, 5 утра, я дома. Вообще-то я тебя тут всю ночь жду. Давай жестче. Вообще-то я тебя тут всю ночь жду. Теперь абсурдней. Ты в носках, ты мне изменяешь. Громче. Ты в носках, ты мне изменяешь. Пафосней. Ты в носках. Поздравляю, Лобкова, вы сдали. Вы сдали. Это гениально. Это гениально. Недавно купила хомячка и набор молодого хирурга. Скоротала вечерок. Иногда та же самая незначительная деталь может все испортить. Носок! Хозяин подарил Добби носок! Теперь Добби свободен!
Подарил же Бог младшего брата, иди уроки учи! Все знают, как пафосно проходят американские вечеринки. Мы решили сравнить их с нашей реальностью. Итак, Нью-Йорк, Донецк. Ребята, эта вечеринка у меня дома, и я купила море алкоголя. Да! Так, с меня хат. В моем доме места хватит всем. Да на этом диване человек 10 поместится. Ты не пьешь? На, попей сок! Ты не пьешь? Даже не вздумай прикасаться к соку! А погнали в бассейн! Да! Блин, братан, пойдем умоемся? Дорогие друзья, после межвуза кто-то пойдет домой, а кто-то пойдет на бочку. Но помните, тех первокурсников, которые не прошли фейс-контроль на бочку, шмырят даже родители. Команда КВН Дон МТУ, спасибо! Бежим целоваться!